клубе Казахского женского педагогического института состоялась встреча избирателей с кандидатом в депутаты Алма-Атинского областного и городского советов, секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана товарищем Шаяхметовым. Доверенное лицо товарищ Джулаева, говоря о бурном расцвете советского Казахстана, отмечает заслуги товарища Шаяхметова как руководителя республиканской партийной организации, как государственного деятеля сталинского типа. Один за другим выступают избиратели. В своих патриотических речах они призывают в день выборов единодушно голосовать за кандидатов сталинского блока, коммунистов и беспартийных. Товарищ Шаяхметов поблагодарил избирателей за доверие и обещал, что был достойным высокого звания слуги народа. Караганда. Машиностроители завода имени Пархоменко встречают день выборов в местные советы досрочным выполнением двухмесячной программы. Выдающейся трудовой победой ознаменовали предвыборную вахту соревнующиеся между собой токари-скоростники Михаил Грачев и Иван Бакланов. Оба они завершили свои пятилетние задания. Бригада сборщиков, руководимая Бактыбаем Аукеновым, в подарок всенародному празднику с опережением графика закончила сборку пылеуловителя, сложной машины для одной из обогатительных фабрик. Многочисленными отарами высокопродуктивных овец славится в Джамбулской области колхоз имени Жданова Меркенского района. На зимнем отгонном участке построены теплые кошары, создан надежный запас кормов. В ответственную пору зимовки уход за животными доверен самым опытным скотоводам. Полную сохранность и высокую упитанность овец обеспечил чабан Туркумбай Бакибаев. Овцы находятся на полустойловом содержании. Новые стандартные помещения построены для крупного рогатого скота. Заботливо ухаживает за своими питомцами телятница Нарикуль Жиентаева. Успешное проведение зимовки – важный шаг по пути дальнейшего подъема общественного животноводства. Кустанай. Стремясь к досрочному осуществлению заданий 5-й сталинской пятилетки, стахановцы ремонтно-механического завода Министерства сельского хозяйства Республики приводят в действие все новые резервы производства, внедряют ценные технологические новшества. На очередном заседании Бюро рационализации и изобретательства формовщик Михаил Иванович Рахманин предложил вместо формовки каждой детали в отдельности разместить на особой доске сразу 4 модели. Эту мысль дополнил начальник литейного цеха Петр Фадеевич Шамов. Используя модельную доску, предложенную стахановцем, он сконструировал специальный формовочный станок с тележкой. Thank you.
Станок Рахманина Шамова успешно прошел производственное испытание. Формовка и отливка деталей ускорена в несколько раз. Чудесна наша молодежь, пытливая, любящая труд, настойчивая в учебе. Рахиля Ермагамбетова – одна из лучших учениц 7 класса А Актюбинской казахской средней школы. С любовью и гордостью за свою отчизну рассказывает Рахиля о том, как по сталинским предначертаниям обновляется облик родной советской земли. Еще одна заслуженная пятерка. В жизни Рахили сегодня большой, незабываемый день. Комитет комсомола решает вопрос о приеме ее в ряды ВЛКСМ. Все знают Рахилю и голосуют с радостным чувством. Секретарь горкома комсомола Мария Павлюк напутствует девушку. Светлый путь открыт перед тобой, Рахиля. Расти, учись, верно служи Родине, храни в чистоте высокое звание ленинского комсомола.